Друзья, всем добрый день. Мы здесь с Иришечкой просто вышли в аллею погулять. Я просто хочу вам рассказать, что на этой неделе я буду много информации выкладывать про женское здоровье, про идеи подарков к женскому празднику 8 марта. Вообще, чтобы девочки, вы наконец-то начали любить себя, заботиться о себе, думать о профилактике заболевания, а не когда петух жареный в одно место клюнет, и вы побежали к врачу. И когда бывает поздно пить боржоми. Все-таки важно в какой-то момент начать любить саму себя. Вы знаете, что все в этом мире начинается с любви к себе. Жена нужна мужу здоровой. Мама деткам нужна тоже здоровой, чтобы она могла о них позаботиться, также о их здоровье. Потому что когда мы начинаем болеть, все в доме просто стоит. Согласны со мной? И поэтому, девочки, обязательно смотрите всю эту информацию, ставьте лайки. Благодаря им другие женщины увидят эту полезную информацию, ваши знакомые, ваши близкие, кому, может быть, наверняка, может быть, это не вам нужна информация, может быть, кому-то из ваших близких. И благодаря тому, что вы просто поставили лайк под моим видео, под моим постом, поделитесь со своими родными и близкими, кто-то узнает об этой продукции, потому что не буду ничего говорить по поводу состояния медицины. Ну, сами знаете, в каком она состоянии. Не буду просто ничего говорить, без комментариев. И просто сейчас наступило время, что помоги себе сам. И можно оздоравливаться. Вот именно не лечиться, а оздоравливаться натуральным продуктом, у которого нет никаких побочек. И кто заинтересован в сохранении собственного здоровья, ссылка на мой эко-магазин, на мой клуб здоровья будет под этим видео. Так же, как, впрочем, и под каждым моим постом. Поэтому желаю, девочки, всем прекрасной весны. Поздравляю вас с первым днем весны. Желаю всем сибирского здоровья. Берегите себя и заботьтесь о своем здоровье. А с вами была Елена Михеева, официальный консультант компании Siberian Wellness «Сибирское здоровье». Кстати, кого еще интересует возможность иметь дополнительный доход и зарабатывать на ЗОЖ-продуктах, я всему могу научить с нуля. Потому что мой чек за январь 67 тысяч рублей. Я в найме столько никогда не зарабатывала, даже когда крутилась на 2-3 работах. И кто тоже хочет научиться всему с нуля, пишите, я всему научу в любом возрасте. Хоть мамочка в декрете, хоть пенсионерка, хоть женщина средних лет, как я, кому уже за 50, до 50. Кто хочет решить задачи по здоровью и также научиться зарабатывать, открыть свой магазин здоровья всего лишь за 250 рублей, добро пожаловать в мою команду. Желаю всем прекрасного дня.